Уважаемые коллеги, меня зовут Гришина Инна Николаевна. Моя специальность – гигиенист-стоматологический. Приглашаю вас принять участие в авторской лекции по теме «Полный обзор средств гигиены полости рта». На потребительском рынке имеется столь огромный выбор зубных щеток, паст, ополаскивателей для зубов и десен, что пациентам, да и порой и специалистам, сложно ориентироваться в таком огромном выборе. Часто пациенты, ссылаясь на рекламу, приобретают неподходящие средства для ухода за полостью рта, принося вред зубам и деснам. Авторский курс поможет вам легко ориентироваться в средствах для ухода за полостью рта и без проблем проводить подбор средств при различных ситуациях. Также очень важно научить родителей проводить уход за зубами и деснами у детей и минимизировать заболевания полости рта. У взрослых с возрастом могут появляться ортопедические конструкции, как на зубах, так и на имплантатах. И в такой ситуации важно правильно подобрать средства гигиены, так как от этого будет зависеть максимальный срок эксплуатации конструкции. Мой курс будет интересен как гигиенистам, так и хирургам, терапевтам, ортопедам. Ждем вас в учебном центре «Мегастом».